Саш, с победой, тяжелый матч, удаление. Кажется, в этой игре было все. Ну, во-первых, спасибо, да. Ну, я думаю, что сказалось удаление. Нам действительно в трутайме было много легче играть. Хорошо, что Батнер забил быстрый гол. Это помогло, на самом деле. Так, по первому тайму, если бы не удаление, я думаю, было бы тяжело исправить ситуацию в втором тайме. Когда ты выходил на замену при счете 2-2, установка была все-таки удержать это преимущество или с намеком на атаку что-то было? Мне сказали играть выше, но на самом деле там Байден травму получил, и такая была замена, что не успели даже сказать на стандарт, с кем я играть буду. То есть там все быстро, давай быстрее, и толком ничего не объяснили, даже вместо кого, куда, на какую позицию хожу. Поэтому уже... Ну, было понятно, что мы в большинстве играем, 2 забили, додавливаем, понятно, что надо было забивать 3-й гол, идти вперед. Ты когда выходил на замену, по пресс-ложе пошли слухи, что вот Саша Коломейцев в прошлый раз забил, может быть, и сейчас как Джокер выступит. Так оно и получилось. Ну да, удачно сложилось. Вышел, забил гол 3-й, хотя потом еще 4-й, еще и пропустили. То есть казалось бы, что победный будет, но в итоге казалось, что только 3-й был. Там гол забил еще Димитрасов, надо сказать. Привет передать, спасибо ему. Помог щитке одеть, я ему обещал. Должен был побежать туда, к лавочке, к ребятам, но в общем не побежал. Так что с его помощью, можно сказать.